моя прелесть. Ребятки, всем привет! Не так давно я обзавелся универсальным помощником. Универсальный врачатель сегодня будет опять в деле. Я тут подумал накануне, раз уж мы посеребрили контакты будущей батарейки, то почему бы нам не облагородить этот корпус и не позолотить его? Специально для этого были приобретены специальные растворы. Раствор для золочения, для обезжиривания и раствор для никелирования. В этот раз я решил пойти по пути наименьшего сопротивления, так как достаточно трудно найти чистое золото, чтобы приготовить раствор для золочения и просто купить уже готовый. Но давайте обо всем по порядку. Сейчас немного токарного искусства, а потом подробно все вам покажу. Вот он, кстати, посеребренный минусовой контакт. И перед золочением мне нужно выполнить небольшую доработку корпуса. Сейчас мне необходимо зафиксировать, законтрить вот это медное кольцо, к которому будут прикручиваться контакты. Выточил две оправки. Одна, вторая. Поджимаю аккуратненько. Фрезеровать отверстие под резьбу буду своим маленьким фрезером. Резьба будет М2, кстати, очень удобный вороток приобрел на Алиэкспресс для метчиков. Он с трещоточкой. Кому нужно, ссылка в описании. Латунный винтик посажу на фиксатор резьбы, чтобы он не открутился в последующем. Все, вроде получилось неплохо. Отлично получилось. А вот он, контровочный винт. Можно дополнительно еще отполировать. Кстати, ребят, всем советую вот такие мягкие наждачки. Покупал на Алиэкспресс от 1000 до 5000 номера. Ими получается зашлифовывать поверхность практически до идеала. Иногда можно даже не полировать. Ай, красота! Все детали готовы. Собираем конструкцию. Ну вот, ребят, все готово, и можно посмотреть, что же у нас получилось. Что же это такое?
Итак, ребят, для золочения я приобрел специальный титановый платинированный анод. Даже их здесь два штуки. И так как моя деталь круглая, цилиндрическая, то было принято решение сделать такую конструкцию, чтобы деталь вращалась, и на нее постоянно подавался минус. Мне кажется, что так покрытие будет наноситься гораздо равномернее и качественнее. Ну, опять же, я в этом деле далеко не профессионал, делаю только первые шаги. Если я не прав, можете поправить меня в комментариях. Мне очень нравится, что получилось, можно приступать к золочению. Первым этапом мы должны подготовить поверхность, хорошенько ее отшлифовать и отполировать. Ребята, обратите внимание, учел ваши замечания и заменил конденсатор. Такая поверхность меня уже устраивает. Можно, конечно, полировать до идеала, до бесконечности, но я, пожалуй, остановлюсь. Сначала отполировал желтым кругом, он более жесткий, а потом доводил более мягким белым кругом. Кому нужно, ребят, ссылочки, как всегда, оставлю в описании под видео. Постарался как можно лучше подготовить поверхность. Такое качество меня уже устраивает, и можно приступать к золочению. Весь процесс будет поделен на несколько этапов. Первый – обязательное обезжиривание, тщательное. Затем покрываем деталь никелем. Надеюсь, поверхность получится блестящей. Если нет, дополнительно отполирую и еще раз обезжирю. И только после этого приступим к золочению. Пришлось прилично потратиться и купить целых 4 анода, 2 никелевых для обезжиривания и для покрытия никелем. И специально для золочения 2 титановых анода, покрытых платиной. Вообще удовольствие получается, конечно, не из дешевых. 2 никелевых электрода обошлись мне в 4500, 2 титановых, покрытых платиной, 10 тысяч. Вот этот раствор, где содержится 0,8 грамма золота, стоит больше 10 тысяч. Ну и остальные комплектующие, обезжириватель, раствор для никелирования, тоже несколько тысяч. Плюс я покупал полировальную пасту, но красота требует жертв. Обезжиривание. Для этих целей я приобрел вот такой щелочной порошковый обезжириватель с поверхностно-активными веществами. Чтобы приготовить раствор, на литр дистиллированной воды нужно добавить 80 грамм щелочного порошка. И добиваемся полного растворения. Подогрел раствор для обезжиривания до 40-50 градусов примерно. Никелевый анод. На анод мы подключаем плюс от блока питания и устанавливаю деталь. А на саму деталь мы подключаем минус. На блоке питания ставлю пару вольт, и ток составляет где-то 1,5 ампера. Поехали. И сейчас отчетливо видно, что с правой стороны процесс идет гораздо интенсивнее. Вот для этого мне и нужен универсальный вращатель. Включан то. Мне кажется, минут 5-10 вполне хватит для полного обезжиривания детали. После чего ее нужно достать, промыть хорошенько в дистиллированной воде и уже будем готовить раствор для никелирования. Раствор для никелирования я немного наливаю концентрат и разбавляю дистиллированной водой. Вот так выглядит деталь после обезжиривания и хорошенько ее также промыл. Несколько раз в воде, и вода, как видно, очень хорошо растекается на поверхности. Раствор для никелирования я также подогрел градусов до 50 для лучшего протекания реакции.
Тут полярность такая же. На деталь мы подаем минус. Подаем небольшое напряжение, и я также уже экспериментировал, чтобы поверхность получалась блестящей. Ток тоже должен быть небольшим. То есть, чтобы не было обильного выделения водорода на детали. Из-за того, что раствор темный, практически не видно, что там происходит, но какой-то процесс идет. Надеюсь, все получится. И вот смотрите, отчетливо видно, что с правой стороны идет реакция, а с левой стороны водород практически не выделяется. То есть, если бы я не использовал вращение, мне кажется, покрытие было бы неравномерным. Да так оно и было бы. Я уже пробовал, честно вам скажу. Это уже не первая попытка. Так, ребят, прошло уже минут 15. Хочу посмотреть на предварительный результат. Что же получается там? А получается, я вам скажу, огонь, по-моему. Хорошенько промыл деталь после никелирования. Давайте посмотрим, что получается. По-моему, очень здорово. Ну, по крайней мере, я не знаю, на первый раз меня устраивает. Получилось блестящее, равномерное, однородное покрытие. Изъянов нигде нету. В общем, можно приступать к следующему этапу, к заключительному. Золочению. Но страшно, честно признаюсь, потому что попытка, в принципе, наверное, только одна. Надеюсь, все получится. Сейчас подготовлюсь и начнем. Установил теперь титановый анод с платиновым покрытием. И наливаю золотосодержащий раствор. Разбавляю его дистиллированной водой до нужного мне уровня, чтобы покрылась вся, весь корпус батарейки. Устанавливаю деталь. Полярность, друзья, такая же. На деталь мы подаем минус, на анод плюс. Если б я заранее знал, что такое красивое покрытие получится, никелевое, то б я, наверное, вообще с золочением не заморачивался. Но раз уж начал, доведу все до конца. Процесс вроде пошел. Поставлю ток пока 0,2 ампера. Посмотрим. Поверхность блестящая, не совсем понятно, меняет цвет или нет. Что-то желтеет, по-моему. Да? Так, наверное, чуть поменьше ток сделаю, чтобы меньше водорода выделялось. Не, желтеет, желтеет. Явно желтеет. Что они делают? Три вольта подаю. Я думаю, ребят, вы уже видите, что покрытие золотистое. Здесь, кстати, во всем этом растворе всего лишь 0,8 грамм золота. Не так много. Ну что, ребят, думаю, достаточно. Уже прошло минут 5. Думаю, слой достаточный. Буду доставать. Так, надо еще аккуратно очень слить остатки раствора. По усам текло, в рот не попало. Часть я все-таки пролил. Но я думаю, немного. Вот это дичь! Ребятки, свершилось. Все получилось. Достал деталь, хорошенько ее промыл. Пока дополнительно ничего не делал, не полировал. Даже не знаю, стоит ли. Пока, наверное, оставлю так. Немножко мне боязно, что при полировке могу стереть золото. Тем более, что покрытие... Тут, я думаю, очень тонкое. Ну, получилось, я считаю, на первый раз более-менее. Если бы я лучше подготовил поверхность, было бы еще круче. А так, все, в руках уже полудрагоценный корпус. Остался один шаг до того, чтобы батарейка была уже готова. Осталось все собрать, но это уже в следующем видео. Для тех, кто захочет повторить, ссылки на все комплектующие оставлю в описании. А у меня на сегодня все. Всем пока, друзья. Скоро увидимся. Огонь. А?
моя прелесть.